И я хочу сказать, что это не только научный доклад, но это предзащита докторской диссертации, поэтому просьба максимально все замечания, все, что может помочь автору успешно защититься, все, пожалуйста, это выложите сегодня здесь. Елена Владимировна, пожалуйста, слово вам. Добрый день, дорогие коллеги. Ну, прежде всего, хотелось бы поблагодарить вас всех за то, что предоставили мне такую возможность рассказать о своей работе. Это мой второй доклад в рамках предзащитных. И надеюсь, что он будет более доступным, чем первый вариант. Моя работа посвящена галунному вооружению брюхоногих моллюсков, развитию онтогенезии и его эволюции. Брюхоногие моллюски – это один из самых распространенных классов беспозвоночных животных в океане. На самом деле это очень крупная группа, которая составляет около от 40 до 60 тысяч видов и занимает самые разнообразные места обитания, от мелководья до глубоких вод. И также несколько групп независимо перешли в обитание пресные воды и также на наземные биотопы. Морфология гастропод очень разнообразна. Как правило, когда говорят про брюхоногих моллюсков, представляют себе спирально завитую раковину, турбоспиральную, ногу и голову, которые из нее вытарчились. Но как можно увидеть, что морфология крайне разнообразна, очень много безраковинных форм, и биология развития, и биология питания также достигает невероятного разнообразия, и, пожалуй, среди морских животных оно самое разнообразное. А на данный момент выделяют 5 подклассов гастропод. Эти группы монофилетические, монофилия их не опровергается и на данный момент. И разделяются они на виде гастроподы, пателогастроподы, неритимор, пациены и гетеробранхи. А виде гастроподы – это такие брюхоногие моллюски, которые самый известный, наверное, из них – это морское ухо или галиотис. Это такая ушковидная раковина с дырками по периметру. И с перламутровой раковиной. Как правило, эти гастроподы – это микрофаги. И питаются они либо соскребывателем, либо собирательством. И чаще всего они детритофаги, растительные яды, но иногда переходят к питанию биопленкой. И в том числе такому плотоядному образу питания, соскребывая мелких обрастателей типа кнедария или мшана. Пателогастроподы – тоже морская, исключительно морская группа, довольно мелкая. Их называют еще настоящими блюдечками, потому что у них блюдечковидная раковина. И это исключительно микрофаги, которые соскребывают или с твердых субстратов биопленку, либо собирают уже у продвинутых форм. А вот группа, которая составляет группу неритиморфы, ценогастроподы и гетеробранхи, среди них уже появляются в основном такие базальные состояния этой микрофагии, но также это макрофаги, которые переходят к самым разным типам питания. Самая крупная группа из гастропод – это ценогастроподы. К ним относятся известные всем литариниморфы, это литарины, лакуны. Ну и также неогастроподы, известны, наверное, самые там букцином и конус. Так вот, они достигли самого разнообразного типа питания. Они бывают соскребыватели, собиратели базово. Ну, также среди них есть фильтрующие формы, которые фильтруют из воды, перешедшие к паразитизму и хищничеству, перешедшим к сосущему типу питания. И то же самое разнообразие мы наблюдаем у гетеробранхий. Эти две группы пошли немножко по разному пути развития своих пищедобывательных стратегий, но тем не менее гетеробранхи – это вообще самая разнообразная по морфологии группы среди гастропод, которые бывают с раковиной, без раковины, с радулой, без радулы. Ну, также достигают большого разнообразия. Так вот, такое большое разнообразие стало возможно благодаря пластичности глоточного вооружения. Глоточное вооружение гастропод представлено двумя твердыми структурами. Первая структура – это радула, которая характерна для всех моллюсков и считается апоморфией группы моллюсков, типа моллюски. И вторая структура – это челюсть. На левой картинке изображен абдулярный аппарат, свернутый вот здесь мешок, а это челюстные пластинки. Сама радула представляет собой хитиновую ленту, которая хитинизированную ленту, к которой прикреплены зубы. Зубы ориентированы в продольные и поперечные ряды, и является морфология радулы является очень важным таксономическим признаком, поэтому, естественно, все типы радул практически известны
и очень хорошо описаны. Каждый раз, когда вы встречаете описание гастропода, вы можете увидеть рядом с ним фотографию или рисунок радулы. Радула имеет, описывается обычно вот такой формулой, состоит из центрального зуба, по бокам располагаются латеральные, и еще с латеральных сторон от латеральных располагаются краевые или маргинальные зубы. Вот их морфология и конфигурация является очень важным таксономическим признаком. А на самом деле, вот несмотря на то, что общая морфология радулярного аппарата очень хорошо известна, то, как формируется радула и какие механизмы клеточные участвуют в формировании радулы, известно всего по двум-трем классическим работам. Эти работы, конечно, невероятно блистательные. Это работы второй половины прошлого века на ультраструктурном уровне. Но это всего три вида и всего три типа радулы. И вот что известно на данный момент. Известно, что радула обычно по большей части располагается в таком вентральном радулярном мешке, который является инвагинацией вот этого букального эпителия. И, по сути, этот видоизмененный эпителий на своем слепом конце, этот мешок, здесь происходит формирование и нарастание зубов радулы. Дальше, в зависимости от типа радулы, она может делиться на разные зоны. Это зона созревания зубов, где происходит формирование финального варианта зуба. Очень часто бывает зона минерализации, особенно у скребущих, где органический хитиновый матрикс минерализуется разными соединениями металлов. Зона зрелых зубов готова к тому, чтобы начать работать. Рабочий край радулы вдается в эту букальную или глоточную полость. И обязательно на дистальном конце радулы происходит отщепление уже использованных зубов радулы. Надо сказать, что радула характеризуется тем, что она постоянно растет в течение всей своей жизни. И скорость роста достигает поистине больших значений, это до 5-6 рядов в сутки. То есть когда вы видите, что ползет блюдечко, на самом деле она 5-6 рядов за сутки теряет, потому что она их либо выплевывает, либо проглатывает. А радулярный аппарат состоит из самой хитиновой ленты, но также из одонтофора. Это мышечно-хрящевая структура, которая располагается также на конце радулярного аппарата и является основой для осуществляет движение самой радулы. А напротив рабочего края располагаются челюсти. Вот если про радулу знаем все, то про челюсти, когда говоришь про брюхоногих моллюсков, людей смешанные чувства, не понимают, что это такое. У них тоже, естественно, есть своя мускулатура, которая на самом деле связана с адентофором, и скоординированная работа мускулатуры челюстей и адентофора приводит к действию работы радулярного аппарата, пищедобывательного аппарата. Я уже говорила про это разнообразие. Очень много самых разных названий. В литературе встречается около 35 терминов, описывающих разные состояния радул. Оно абсолютно зубодробительное в прямом переносном смысле этого слова. И я хотела показать, что здесь на самом деле очень хорошо описана морфология и описаны разные типы радул. И вот здесь вот представлены на фотографиях сканирующей электронной микроскопии три типа радул. Вот эта радула такая широкая, с большим количеством зубов в ряду, характерна для микрофагов, детритофагов, которые подметают и собирают мелкие частички. Вот такая вот радула, на самом деле, она минерализирована железом, и она очень жесткая и характерна для соскребывателей биопленки, это как раз блюдечек. И вот такое краевое состояние радулы, это тоже радула, это зуб конуса, который полый внутри, заполняется ядом и является таким гарпуном, который прокалывает тело жертвы. Вот про общую морфологию радулы все понятно, как бы более-менее. А вот челюсть – это вообще тема трудная, тяжелая, и некоторое время, в середине прошлого столетия, пытались строение челюсти положить в основу макрофилогении, но оказалось, что это неприменимо на том уровне знаний, на котором это есть. В общем и целом, челюсти есть практически во всех группах брюхоногих моллюсков. Они бывают непарные, как, например, у пателогастропод и у пульмонат, эопульмонат, бывших пульмонат. А в основном, конечно, это парные структуры, которые располагаются на дорсальной или латеральных сторон глоточной полости. Ну вот это все, что на данный момент существует. И вот дальше вопрос.
Вот мы знаем, что есть пищедобывательный аппарат состоит, по сути, из двух структур. Твердых, хитинизированных, минерализированных, это радула и челюсти. И вот как на основе вот этого, по сути, единого базисного строения возникает то разнообразие, которое мы можем наблюдать? Каковы механизмы возникновения этого разнообразия, как функционального, так и морфологического? Мы видим, что в разных группах разные зубы могут приобретать самые невероятные формы. Как я уже говорила, вот такое вот радула в виде одного зуба гарпуна у сильно специализированных хищников, ценогастропод. Или они могут идти параллельными путями и формировать, например, при одном типе питания формировать похожие формы, это многозубые формы, вот, например, как изодонтная, птеноглоссная у вот этих двух групп. Ну, если про формирование челюсти мы знаем какие-то, радулы, мы знаем какие-то основы, то про ультратонкое строение и формирование челюстей гастропод вообще ничего не известно. И вот для решения этого такого вопроса фундаментального, как я вижу, механизм возникновения разнообразия такого глоточного вооружения, можно придумать таких три подхода. Для начала, конечно, надо узнать логические основы вообще появления такого разнообразия. Как формируются длинные зубы, как короткие, как широкие. И один зуб формируется. После того, как мы немножечко расширим от двух видов гастропод наше знание про разные строения, разные типы радул, хорошо бы узнать, как они формируются в онтогенезе, потому что прослеживая развитие от простой личиночной радулы до взрослой радулы и пронаблюдав вот эту модификацию не только общей морфологии, но и клеточного строения, можно будет понять пути формирования такого разных типов радул. Ну и третье, хорошо посмотреть молекулярный механизм формирования глоточного вооружения на разных уровнях, взять разные типы радул и посмотреть, что у них там с молекулярными регуляциями. Но в задачах этого конкретно моей работы входили морфологические вот эти основы, то есть логическое формирование и разных радул и изменения в онтогенезе. И поэтому цель моей работы была сформулирована следующим образом. Это определение основных закономерностей развития формирования глоточного вооружения в основных группах брюхоногих моллюсков для определения пути эволюции. И было поставлено четыре задачи. Первое – это изучить основы закономерности формирования глоточного вооружения разных групп гастропод на гистологическом и цистологическом уровне. И второе – это определить закономерность формирования этих структур в онтогенезе, челюстей в онтогенезе, ну и под конец провести санитомо-морфологический анализ полученных данных и определить пути эволюции в группе. Основой для моей работы послужило, к сожалению, здесь все закрывается, 31 вид брюхоногих моллюсков, 11 из которых было исследовано развитие на ранних стадиях и прослеженное развитие глоточного вооружения на ранних стадиях развития онтогенеза. Ну, не буду останавливаться более подробно. Методологический подход – это, конечно, морфология. То есть мы смотрели общую морфологию, используя сканирующую электронную микроскопию. Также смотрели гистологические строения, трехмерное моделирование по сериям полутонких срезов, ультратонкое строение и конфокальное лазерное сканирующее микроскопию. И результаты работ представлены в 20 публикациях, одна из которых на русском языке только. И в 16 конференциях были сделаны доклады разного уровня по материалам этой работы. И первое. Ну, хотелось бы начать с формирования радул взрослых на взрослых стадиях гастропод. В этом плане было изучено подробно 20 видов с применением всех морфологических методов исследований из разных групп, из всех 5 подклассов, которые сейчас есть. И радулу у всех гастропод, как и следовало ожидать, как и у всех моллюсков, формируется в слепом конце радулярного мешка. И надо сказать, что этот радулярный мешок оказался не просто таким слепым концом, но он довольно сложно организован. Дело в том, что весь радулярный мешок вообще покрыт соединотканной оболочкой. И эта соединотканная оболочка делает вот разного рода разрастания в зоне формирования, которая либо оказывает поддерживающую такую функцию, либо является разделителем этой зоны формирования на две части в зависимости от морфологии радулы.
То есть уже на таком трехмерном уровне видно, что разные радулы формируются по-разному, и даже такая, ну, такая макроморфология, очевидно, что это все не одинаково. Но таким вот хорошим примером служит широкая веерная радула Вети гастропод, которые детритофаги, которые собирают своим веером частички детрита, ну, в базальном состоянии. И вот видно на конфокальном микроскопе, использовался здесь метод конфокальной микроскопии, вот этим синим покрашены это зубы радулы. Вот видно разделение вот этих двух слепой зоны на два рога. И эти рога, в этих рогах формируются, вот синеньким показано это зубы, очень длинные краевые зубы, которые на самом деле формируются еще определенным типом клеток, определенно выстроенных, но про это попозже. То есть получается, что адаптивно уже сама зона формирования, и для повышения площади секретируемой поверхности при увеличении количества зубов формируется вот такое вот разделение, которое позволяет делать сразу много зубов и очень длинно. А сама зона формирования – это очень специфическая зона. Состоит она из клеток с высокой синтетической активностью, естественно, которые можно разделить на клетки, формирующие матрикс зуба, который называется дентобласты, и клетки, формирующие матрикс самой радулярной мембраны, к которой зубы прикрепляются, которые называются мембранобласты. Для всех гастропод, но на самом деле не для всех моллюсков, к сожалению, данных опубликованных на эту тему нет, но я знаю, один зуб формируется целой группой дентобластов. То есть не то, что это аморфный слой клеток, который формирует, вылепливает вот эту зубы радулы, а один зуб формирует одна группа дентобластов. Так вот, на самом деле оказалось, что на цитологическом уровне различия между формой дентобластов, размером их количества на один зуб отличаются в разных группах, в разных радулах и несет филогенетический сигнал. Сейчас я про это скажу поподробнее. А вот мембранобласты в литературе, ну, вот в этих четырех статьях описано, что мембранобласты – это специализированные клетки. На самом деле оказалось, что по ультраструктуре и морфологии это такие же дентобласты практически, редко отличающие по морфологии, которые просто отличаются по положению и типу синтеза. Сейчас про это тоже остановлюсь попозже. Радулярную мембрану и радулу саму подстилают нижний эпителий, который вот в этой части имеет специфическое строение, а сверху его окружает верхний эпителий, который на самом деле отвечает за многие вещи, в том числе и за созревание финальной формы зуба и минерализацию. Кроме того, вот здесь сверху в этом верхнем эпителии есть пул недифференцированных клеток, которые являются источником стальных клеток для синтеза радулы. На основе полученных мной данных была составлена вот такая вот табличка, и были выявлены филогенетически значимые как бы строения адентобластов. И оказалось, что вот это зубы пателогастропод, которые железные и скребут с твердых субстратов, один зуб сформирован ну, буквально несколькими тысячами очень длинных адентобластов, которые составляют 1 микрон в диаметре, до 400 микрон в высоту, то есть очень длинные специализированные клетки. А вот, например, вот такие широкие радулы с широкими длинными краевыми зубами, они формируются, как ни странно, многорядным эпителием, который теряет связь с базальной пластинкой. То есть, по сути, это формирование многослойного эпителия, который среди беспозвоночных практически нигде не встречается, за редким исключением. И оказалось, что вот, у другой группы, у которой есть такие же широкие зубы, эти широкие зубы также формируются таким многорядным слоем адентобластов. Это значит, что для того, чтобы сформировать такой длинный зуб, необходим просто больше синтетическая поверхность и формирование вот такого многорядного эпителия. То есть некоторая адаптивная вещь. А вот для ценогастропод характерное, ну так я называю это, основной такой тип формирования зубов. У них в меру вытянутые обыкновенные секреторные адентобласты, которые вообще не отличаются от мембранобластов. И на один зуб приходится около сотни клеток. А гетеробранхии, они тут тоже удивили, потому что у них на один зуб приходится вот такой вот один адентобласт, а то 3-5 адентобластов. И если мы сравниваем у формирования у пателогастропод, где тысячи клеток очень вытянутых, и вот такой вот один толстый, хороший адентобласт на один зуб, то явно чувствуется некоторая
сигнал в этом некоторый филогенетический, что разные группы пошли по разному пути формирования этих структур. Если мы смотрим на тип синтеза самого, то можно встретить в разных радулах три типа секреции. Это микровиллярный тип, когда у нас есть длинные микровилли, характерный для всех, наверное, твердых, синтеза всех твердых структур. И этот микровиллярный рост характерен для большинства дентобластов и для всех мембранобластов. То есть все мембранобласты синтезируют радулу таким микровиллярной секрецией. Но также, кроме этого, были встречены и вот такой мироклиновый тип секреции, когда шнуровываются пузырьки либо и остаются небольшое количество микровиллей. И у пателлогастропод был встречен такой вот вообще апокриновый тип секреции, когда шнуровывались вот такие вот пузырьки целые от клетки, и зуб новый сформированный вот, состоял вот из таких пузырьков. Изначально был высказан, было такое высказанное предположение, которое я сам потом опровергла, очень удобно, что вот этот тип секреции зависит на самом деле от формы адентобласта. Если у вас очень много маленьких адентобластов, то, естественно, микровилли делать невыгодно, им проще отшнуровать от себя. Но потом я подумала и решила, что все-таки это говорит не зависит от типа адентобласта, а зависит от фазы секреции. Дело в том, что все зубы радулы, как вы видели, они сериальные. То есть у вас получается формирование одного ряда зубов заканчивается, и после этого клетки должны остановиться секретировать, чтобы отодвинуть новый ряд немножечко на нужное расстояние, и потом опять начать секретировать новый ряд зубов. Таким образом, получается, что у вас вот этот переход от микровиллярных апокринного секреции, вероятно, является переходом от зоны активного синтеза к зоне покоя. Таким образом, что в этот момент зубы перестали синтезироваться. Вот таким образом можно в формировании радулы выявить два типа синтеза. Это постоянный синтез микровиллярный, которым формируется радулярная мембрана, и эпизодический там, или периодический синтез, которым характеризуется синтез зубов радулы. Это важный момент, потому что два типа секреции у них есть. Что касается субрадулярного эпителия, то он бывает очень разный, и все зависит на самом деле от функции, никакого филогенетического сигнала нет. И вот мы нашли вот такие очень формообразующие зуб клетки с очень мощными тонофиламентами, пронизывающими всю клетку. Например, у зубов конуса, которые просто помогают сворачивать зуб из пластинки такой вытянутой в двойную спираль. А вот что касается зоны пролиферации, то у всех гастропод располагается в латеральных частях зоны формирования, в верхнем эпителии. Это хорошо показано для всех радул, которые я смотрела. И можно видеть вот такие делящиеся аморфные клетки, которые на самом деле находятся, видимо, в постоянном синтезе и возобновлении. И, вероятнее всего, дают начало всем остальным типам клеток, которые находятся в радулярном мешке. Формирование челюстей гастропод было изучено на 8 видах, я уже начала торопиться немножко, и на 16 видах, и здесь все новое, я бы сказала, кроме общей морфологии. Но я уже говорила, что морфология челюстей на самом деле гораздо более разнообразна, и здесь бы мне хотелось рассказать про дорсальное положение в глоточной полости. Дело в том, что у нас есть, например, всем известные челюсти головоногих моллюсков, которые вентральные дорсальные клювы, и считается, что они не гомологичны челюстям всех остальных моллюсков. То есть у них вот такая вот специфика. Когда начинаю смотреть более подробно на челюсти брюхоногих моллюсков, то мы видим, что здесь разнообразие достигается поистине колоссальное, потому что у нас есть вот такие латеральные пластинки, у нас есть такая дорсолатеральная единая пластинка, но также мы с вами можем увидеть в некоторых неогастроподах вот такую вот по литературным данным вентральную и дорсальную челюсти, а также мы обнаружили у гетеробранхий также вентральную пластинку, вентролатеральную пластинку. То есть получается, что у нас по сути вот этот глоточный эпителий гастропод, он обладает высокой потенцией к формированию челюстей в любом месте. Говорить здесь о каких-то затрагивая гомологии признак положения, получается, что мы как-то не можем его потребить. Что касается морфологии челюстей, то они бывают либо гладкие, либо с одиночными элементами. И здесь вот представлены два ярких примера. Вот это вот
челюсть единая, но с родлетами, одиночными элементами на конце. А это вообще вентральная пластинка с такими зубчиками кодлинными. А когда мы смотрим на гистологию, то мы видим те же два процесса формирования, два типа формирования челюсти, как и на, собственно, радуле. Синтетически активные элементы, клетки, которые формируют челюстную пластинку, называются гнатобластами. И мы можем видеть, что при формировании гладкой единой пластинки у нас активным остается часть, ну, складки гнатоэпителия, которые пронизывают пластинку своими длинными постоянно живыми микровиллями. То есть у них происходит постоянный микровиллярный рост. А если мы посмотрим на формирование челюстной пластинки, состоящей из отдельных элементов, таких родлетов, то, во-первых, мы можем заметить, что один элемент будет всегда формироваться одним гнатобластом. Это во всех челюстях, которые я посмотрела, составных. То есть это важный момент. Одна клетка, один элемент. И второе, что мы здесь можем наблюдать также периодичность роста. То есть у них также, как у адентобластов, есть зона активного синтеза и зона отдыха. То есть получается, что по сути все глоточное вооружение на своем цитологическом уровне формируется двумя способами. Это постоянный микровиллярный рост и периодический рост. А дальше какое количество клеток формирует, видимо, имеет какой-то филогенетический сигнал. Ранний онтогенез был посмотрен на 11 видов гастропод из тех изученных 31 вида. И здесь получились очень интересные результаты. Во-первых, это данные все новые. И про то, что личиночная радула закладывается на стадии Веллигера, известно буквально на 10-15 примерах из разных групп, но есть данные. Но, конечно, цитология и гистология никто до этого не смотрел. Но оказалась вот какая интересная вещь. Во-первых, радула закладывается все-таки на ранних стадиях. То есть здесь явное явление гетерохронии, переноса формирования взрослых структур на личиночные стадии. И понятно почему. Потому что радула – сложная структура, которую тяжело сформировать сразу осев, поэтому на личиночных стадиях идут подготовительные процессы. Но посмотрев даже такое небольшое количество видов, оказалось, что все у всех немножечко по-разному. Несколько примеров. Радула у блюдечков формируется следующим образом. На предторсионном Веллигере у них лейцитотрофное развитие, они плавают в планктоне недолгое время, надо сказать. И у них уже на предторсионном Веллигере формируется такая крошечная радула, состоящая из трех зубов. Центральный тоже есть. Потом она увеличивается до 5 зубов радулы, а потом приобретает такие ювенильные черты и взрослое состояние, состоящее из 4 латеральных зубов, без центрального. Если мы посмотрим с вами на гистологическое строение, то увидим, что сам радулярный мешок, он состоит из недифференцированных клеток с высокосинтетической активностью, довольно небольших, естественно, потому что это личиночный орган. И дальше вот эти адентобласты превращаются, надеюсь, вы помните, в такие длинные, огромные, длиннющие, тонкие тысячи адентобластов. То есть идет явная спецификация простых адентобластов в сильно дифференцированные. А вот, например, у лакуны, у которой семизубая радула, у них лицетотрофное развитие вкладки и, по сути, нет трахофорной личинки и такое, понятное лицетотрофное развитие. То у них вот так радула изначально формируется как 5 зубов. Но на самом деле эти 5-зубые радулы существуют на протяжении 1-2 рядов, и даже уже у личинки формируется взрослое состояние радулы. И получается, что сам радулярный мешок, он тоже, адентобласт также увеличивается просто в размере и в количестве на 1 зуб. А вот еще один интересный пример. То есть на этих двух примерах я хотела показать, что радулы у всех личинок они разные. То есть, когда я начинала затевала это развитие, мне казалось, что сейчас мы посмотрим все личинки, у них у всех будут одинаковые радулы, и потом мы поймем, как они дифференцируются. Но оказалось не так. Оказалось, что личиночная радула отражает состояние взрослой радулы, и эволюция затрагивает не только взрослую радулу, но уже и состояние личиночное. И это очень хорошо видно на адмете. Адмет – это такой моллюск, который во взрослом состоянии лишен радулы, у него очень длинный хобот, и она ползает, видимо, прокалывает своей челюстью какую-то еду и, видимо, высасывает. Биологии не очень известно этого вида. Так вот, у них нет во взрослом состоянии радулы. И я посмотрела, честно,
развитие этого вида, и оказалось, что и в личиночном виде, у нее не, в личиночном состоянии у нее не закладывается никаких зачатков радулы вообще в принципе. То есть получается, что отсутствие взрослой радулы приводит, сопряжено с эволюцией и закладкой личиночной радулы. И если посмотреть на все радулы на ультратонком уровне, то можно увидеть, что все дентобласты, они по сути не дифференцированы, и радулярный мешок представлен единообразными клетками, которые потом начинают дифференцироваться во взрослое состояние у каждого отдельного вида по-своему, ну даже классное. Ну и подведя итог такой морфологической части, хочется сказать, что были сформулированы основные закономерности формирования радулы как во взрослом состоянии, так и в личиночном, также были сформулированы и показаны основные закономерности глоточного вооружения и на гистологическом уровне. Ну, по мне, так они очень похожи друг на друга, и радулы челюсти более-менее одинаково формируются. Челюсти у личинок не формируются, они формируются только при оседании, забыла. Ну и в заключение хотелось пофантазировать немножко, потому что очень уж соблазнительно всегда выявить анцестральное состояние, пофантазировать, какое оно было и почему оно такое было. Но здесь мне хочется остановиться, необходимо остановиться на все-таки на двух названиях радулы. Это стереоглоссное и флексиглоссное состояние. Что это значит? Стереоглоссное состояние – это когда у вас радула как у блюдечек, которые шкребут железными зубами с камней. Когда они твердые, у них радула не сворачивается как внутри радулярного мешка, она такая прямая, так и она выходит на рабочий край радулы. А вот флексиглоссное состояние, как у подметающей радулы, у них радулярная мембрана складывается вот так вот в радулярном мешке, компактизуется и на рабочем крае расправляется. Вот эти два состояния, флексиглоссное и стереоглоссное, они, вы можете их встретить в литературе, и они очень часто связаны как раз с ансестральным состоянием и эволюцией вообще радулярного аппарата у гастропод до всех остальных. Так вот, было показано, что стереоглоссное состояние характерно только для пателогастропод. Я здесь привела то дерево филогенетическое, которое нравится мне, когда у нас пателогастроподы в свете гастропода несестринские. Но на самом деле равнозначное же дерево есть, когда у нас пателогастроподы являются базальной группой ко всем остальным гастроподам. И получается, что вот такое стереоглоссное состояние пателогастропод и непарная челюсть, которая у них есть, является базальной для всех гастропод. Ну, по крайней мере, есть такое предположение. Однако, посмотрев на ультратонкое строение, разобравшись, как следует формирование радулы, ну, по мне стало очевидно, что формирование радулы пателогастропод вот такими высокоспециализированными удлиненными адентобластами, но не может быть просто базальным, скорее это какой-то вторичный признак, который связан с формированием, видимо, вот этих жестких железных зубов. Эти же жесткие железные зубы привели к тому, что радула стала уже, у них происходит тенденция явно в этой группе редукции зубов, радула стала уже, и эти зубы не могут уже прийти в флексиглоссное состояние и свернуться. То есть, по мне, так это вторичное состояние для брюхоногих моллюсков, возникшее вследствие вторичного перехода от микрофагии, детритофагии к микрофагии, обрастания биопленки с твердых субстратов, и перевело вторичных к такому стереоглоссному состоянию. Другим предположением, у нас есть вторая группа, это, видите, гастроподы с такими широкими радулами, которые собирают детрит, и все с ними в порядке. Да? Но посмотрев на морфологию формирования их краевых зубов, у которых формируются многорядные эпителии дентобластов, тоже очевидно, что такие длинные зубы – это, наверное, вторичное преобразование клеточное, которое послужило для формирования таких многочисленных и длинных вытянутых зубов. И, вероятно, такая вот радула веерная не может являться тоже базальным признаком. Ну и, ну понятно, вот с этими, с неритиморфами это вообще отдельная история, они все-таки совсем отличаются по многим признакам. А вот ценогастроподы со своей семизубой радулой, в принципе, и по гистологическому строению, они вполне, адентобласты не отличаются от мембранобластов, это сотни клеток на зуб, среднее количество. То есть, в принципе, они приближаются к базальному состоянию. Ну, вот
по моему предположению, все-таки базальным апоморфным признаком для гастропод является флексиглоссное состояние. Это 15-17, небольшое количество зубов в ряду, ну, 15-17. И вот такая парная челюсть, которая является, служит помощником такой вот не очень широкой, но в то же время мягкой радули в детритофагии. А если мы посмотрим на разных моллюсков, тоже возникает такой соблазн, посмотрите, а что же у других-то моллюсков, у наших любимых монплакофор, которые являются базальной группой конхифером, то мы увидим, что у них действительно у всех, во-первых, все моллюски характеризуются очень пониженным разнообразием глоточного вооружения, только гастроподы такие сумасшедшие, и у всех у них по литературным данным, согласно литературным данным, стереоглоссная радула, которая не сгибается внутри радулярного мешка, и такое среднее количество зубов, и всегда присутствуют челюстные пластинки. Ну, я здесь не стала интересовать никакого инцестрального состояния для вооружения моллюсков, потому что это было бы слишком уже. Ну, вот разнообразие вот такое вот. И для гастропод, наверное, все-таки апоморфия является флексиглоссным состоянием. На этом, наверное, все. Я очень благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Коллеги, пожалуйста. Пожалуйста, эволюционные какие-нибудь тренды палеонтологические наблюдаются, подтверждающие ваши предположения? Про флексиглоссное? Ну, и про это, и про эволюцию, ну, челюстного аппарата. Про челюстного вообще ничего не сохранилось, челюстей как таковых. А вот радулы сохранились. У нас есть, на самом деле, до сих пор остаются живые ископаемые. Это, например, из группы ветигастроподы, левротомориды, такая группа, которая сейчас обитает на, ну, в основном глубоководная. У них очень многозубая радула, но она уже такого же типа, как у современных видов ветигастропод. Поэтому, если это разветвление произошло, если такое ансестральное состояние реально будет, оно произошло сильно раньше, видимо. То есть даже сейчас уже те радулы, которые находятся и детектируются определенной группой, они, ну, как бы не подтверждают это, скорее так. Они больше похожи на современные радулы, чем на что-то новое. Нет, есть всякие группы, которые типа нотогрифуса, виваксии, палеонтологические, которые то моллюсками считаются, то аннелидами, то еще неизвестно кем. Ну, у них похожие 7, там, 12-15 зубов в ряду, и, в принципе, они такие же зубастые. То есть, в принципе, с виваксией и эднотогрифусом это вполне похоже. Но это, правда, не предковая форма моллюсков, а скорее лавтерхозоид. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Вы сказали про головоногих моллюсков, так немного упомянули, что они через нее были неголовоногими всеми рыбами. Или потом перешли на то, что у глифоногих тоже непонятно, что это новое. Вот если это как бы мы себя развивать, можно сказать, что все-таки может быть следующий момент, который не является. Ну да, да. Так, ну, так и есть. То есть я когда совсем фантазировала, и чего я, конечно, никогда в жизни не озвучу на докладе, то в плане челюстном, то, скорее всего, это была какая-то такая просто эпителий, который способен формировать зубчики, где ему надо. Потому что, например, когда смотришь на глоточное вооружение студеналии, тоже блюдечко этого нашего, то у него, в принципе, во рту, помимо челюсти и радулы, есть еще на губах такие зубчики, которые прям вполне оформленные зубчики, и, как бы, не зная ультраструктуры, можно было предположить, что это дополнительные какие-то челюстные образования. Если посмотреть на ультраструктуру, это просто пронизанные микровиллями твердые образования, которые, по сути, к челюсти не имеют никакого отношения. И хочется представить себе такого просто универсального моллюска, у которого уже есть какая-то радула, но в то же время высокая потенция формирования челюстей в любом месте тоже есть, как в качестве дополнительной структуры к пищедобыванию. Ну и вообще считают, ну, как бы, некоторые молокологи считают, что челюсти головоногих гомологичны челюстям всех остальных. То есть, на ваш взгляд, челюсть – это скорее не такое готовое образование, а такая способность Ну, видимо, да. Меня смущает одно, что это все-таки хитиновая структура, а сформировать, в принципе, у животного, который мало использует хитин в своей структуре, да, у них даже белковая раковина, на самом деле. То есть вот так вот сформировать просто хитиновую структуру где угодно, все-таки такой, ну, не знаю, странный. То есть, конечно, есть какой-то, должен быть какой-то филогенетический сигнал, но я думаю, что просто пока не разобрались в этом. Может, данных не хватает.
Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос касается челюстей. Когда парные челюсти, я могу представить себе, как они работают. Когда не парные, что там является, ну, условно говоря, антагонистом. Да, на что? Давление там, они же для перемалов не пищи, да? А, вот, челюсть разную функцию несут. Например, считается, что у патологостропод, поскольку у них железная челюсть, то гипотеза такая, что у них были вот парные челюсти в предком виде. Но поскольку радула стала очень жесткая, то когда она пересирает пищу в буккальной полости, то необходимо просто как-то защищать эпители буккальные от этой перетирки и от воздействия зубов. Поэтому в данном случае непарная челюсть, она является некоторой защитной функцией несет в буккальном эпителии. Но с другой стороны, я посмотрела разные челюсти, как устроены патологостропод. Они все разные, и рабочий край у них разный. Сдается мне, что они просто могут ее вытаскивать, ее упирать в субстрат, и она служит как бы основой для сошкребывания. Ну, это мое такое гипотетическое, я бы сказала, ничем не подтвержденное представление. То есть это касаемо непарной челюсти. У пульмонат, которых у них вообще изначально были дискретные элементы и прослежена эволюция дискретных элементов по дорзолатеральной стороне до слияния этих пластинок в единую пластинку. То есть, видимо, она тоже служит либо защитой от стирания, потому что пульмонаты, они вообще могут много чего съесть. Не только морковку погрызть, но и там и каннибализм у них есть вообще. То есть, вполне у них радула рабочий, хороший вариант. А у других, например, если челюсть не парная, но это совсем аберрантная форма, это уже самые адметы, она просто сливается в такую трубочку и служит просто прокалывающей структурой, которая прокалывает, видимо, какую-то плоть. Данных нет, как она питается. То же самое, ну, есть еще примеры такие же. То есть... Да. А парные челюсти – это дополнение к радуле, да? Ну, видимо, да. Потому что, ну, значит, смотрите, когда идет парная челюсть с этими элементами дополнительными, то здесь все понятно. Они как метелки работают. То есть широкая радула подметает какую-то детрит, соскребает, переходит к соскребыванию более серьезного чего-то. Например, скрести губок начинает тоже. И челюсти в этом могут помогать к соскребыванию этой губок. А парные челюсти, например, у голожаберных моллюсков, они на самом деле очень хорошо развиты, и они представляют собой вообще такую опорную структуру для всего буккального комплекса. То есть, когда вы вскрываете голожаберного моллюска, колдобранхию какую-то, вы видите вот такие мощный череп, состоящий из двух челюстей, которые внутри прикреплены мышцы адентофора и мышцы радулы, и которые сами еще крепятся, ну, иногда крепятся, иногда нет, к стенкам, мышцам стенки тела. То есть в данном случае она имеет не только важную функцию несет в удержании добычи, они что делают? Они, например, своими челюстями могут схватить гидроидный полип и придерживать его, пока радула там откусывает и стирает его. Но в то же время она служит такой опорной структурой для всего буккального комплекса. То есть в разных группах по-разному бывает. Так однозначно нельзя сказать функцию челюсти. Вопросы? У меня, знаете, два, может, не вопрос, а даже комментарии, поскольку нас просили вот, подходить к этому как докторский. Да, во-первых, вот само название, там двухногие моллюски, но у вас же полностью вот эти эупульмонаты вылетели. Хотя действительно это адаптивная радиация, особенно отдельно система великолепна. То есть можно ли генерализировать вот, вашу работу, если исключительно морские формы, хотя они представляют 5 плат, класса. Вот я далек от морфологии, мне сказано про эволюцию, я хочу узнать про эволюцию класса, которым я занимаюсь, вот, с этой точки зрения. Я ну да, я сама не смотрела наземных, да. Я сама не смотрела наземных, поэтому, конечно, у меня никаких выводов своих нет по наземным. Они вообще что-то есть? Да, очень хорошо. Очень хорошо представлены. Наверное, это надо добавить. Спасибо. Напрашивается однозначно. Да, потому что там... Более широкая перспектива, потому что вот то, что я слышал, это великолепная описательная работа, но вот очень не хватает вот какого-то выхода на эволюционное обобщение, мне кажется. Я понимаю, что не очень большой объем видов, и, но вот вся эта морфология, ведь она же хороша сама по себе, у нас почему-то многие считают, что дистинктивность так плохо, это глупость, конечно, но ведь все равно хочется как чего-то вот
вкусного такого, вишенку на торт. Я вот не совсем уловил из доклада, вот что вообще является эволюцией вот этих структур. То ли это просто хаос частных адаптаций, то ли там масса параллелизмов, то ли там действуют какие-то все-таки закономерности, которые описывали там термины, да, коллегиализация, принцип смены функций, уже очень много в эволюционной морфологии. Вот мне кажется, здесь вот это вот именно качественного анализа классического не хватает. Возможно, потому что у нас сейчас такая тенденция, что эволюция только молекулярные делает. Конечно, нет. Вот, что-то вот в этом направлении очень хотелось бы услышать, как делали классики морфологии эволюционной. Пойдем по стопам Беклинишина. Да, вот это было бы очень хорошо. Мне кажется, что даже на таком вот морском чистом материале уже что-то можно сказать. Это бы работа очень сильно выиграла. Ну, ему во внимание, спасибо. Не хватает каких-то пунктов, ну, тезисных. Да, я очень торопилась. Несколько, ну, вот, что вы хотите сказать своей работе? Какой вывод? Мне этого не хватает. Спасибо. Спасибо большое за замечание. Спасибо. Пожалуйста, да. Для меня было не очень ясно, может быть, я как-то из доклада еще побольше, говорили про генетический сигнал, вот, мне стало интересно, удалось ли вам именно в ваших исследованиях для вот этих крупных кладбищ работ найти, ну, какие-то признаки, которые могли бы быть апоморфными, которые бы подтверждали, что это вот группы целостные. Или же все-таки там скорее в каждой из этих групп есть какое-то плюс-минус разнообразие и прям вот четкий объединяющий апоморфии для этих. Ну, я обнаружила только на уровне строения адентобластов. Вот адентобласты, которые формируют один зуб, они очень сильно отличаются в разных подклассах, и это существенно. То есть по строению радулы вы не можете сказать, что, например... Общие черты радулы, конечно, вы можете сказать. Когда вы видите железную, но это все очень хорошо известно. А для... На более маленьких группах. Да? То есть когда вы видите железную радулу и... стереоглосного типа, можно говорить о докоглосной радуле потом экстрапорт. Когда вы видите репетоглосную радулу, состоящую из большого количества зубов, вы можете говорить о двух подклассах. Это ветигастроподы и неритиморфы. Причем, когда центральное поле расширено, это у вас будут, конечно же, неритиморфы. А когда у вас центральное поле не очень широкое, это будут ветигастроподы. Если вы видите тенеоглосную семизубую радулу, это будут, будут ценогастроподы, причем литаринеморфы. А если вы видите самую разную радугу, не можете ее отнести к никакому типу, это будут гетеробранхии. Ну, как-то так. Но это все очень хорошо описано. Я специально в доклад не вводила название радул, потому что они обычно очень утяжеляют восприятие информации. То есть, получается, есть и параллелизмы в разных ветвях, разнообразие, Но работа была немножко не про это, она была все-таки и направлена цельно все-таки на гистологическое и гистогенез. То есть мы хотелось перейти от общего к более детальному, что ли, анализу гистологическому и понять, какие же механизмы участвуют в формировании самых разных радул. И эти механизмы, в принципе, ну, как-то были определены, да. А разнообразие радул, их функция, их функционирование и генетический сигнал – это все очень хорошо представлено в литературе. Молокологов очень много и, ну, данных много. Поэтому я специально не стала, убрала все названия радул, чтобы… А зря, наверное. Пожалуйста, я правильно понял, что вот при сравнении всех этих закономерностей биогенетический закон не соблюдается. И в личинке мы никак не можем усмотреть прообраз, смерший портрет клетка, когда он писал. Если да, то как это можно объяснить? То есть антогенетического признака доказательства вашей реконструкции предсеглостной радулы, так центрального состояния здесь нет. Нет, и не будет. Тогда можно это объяснить. А объяснить это можно тем, что, видимо, радула начала формироваться все-таки на взрослых стадиях, уже а не на личиночных. И поэтому то, что произошла гетерохрония в эволюции, то есть перенос все-таки формирования взрослой на более ранние стадии, произошел позже.
Потому что радуга усложнилась, ее стало формировать сложно туши. И это мы очень хорошо можем видеть на формировании челюстей. Дело в том, что челюсть формируется уже после оседания. Это очень простая структура, тоже хитинизированная. То есть личинка села, она уже с радугой, и потом она себе делает челюсти там, где ей нужно, в зависимости от того, как она питается, где она питается и чем питается, и от того, кому она принадлежит, должна у нее быть челюсть или нет. А вот радула, очевидно, в процессе эволюции усложнялась, и ее стало уже просто так сделать очень тяжело. И поэтому произошла гетерохрония и перенос. То есть она уже, видимо, произошла после расхождения на группы. И у каждой группы, видимо, произошла эта гетерохрония, произошла независимо в разных, ну да, независимо друг от друга. Но я только так это могу объяснить. Потому что я ожидала действительно увидеть предковое состояние на личиночной радуге. Я думала, что у всех будет трехзубые, потом пятизубые, а потом дальше пойдет весь веер того, что мы видим. Но этого не оказалось, и как бы Адмета очень хорошо меня прям в этом плане поддержала, потому что у нее уже нет на личиночном состоянии радуги. Нет во взрослом, нет у личинки. Хорошо. Может быть, мы дадим слово онлайн? Есть онлайн вопрос у Андрея Николаевича Островского. Мы вас слушаем. Добрый вечер всем присутствующим. Лена, приветствую. Вот, рад видеть. Спасибо за доклад. Великолепные схемы. Значит, не знаю, МГУ и наш университет имеют немножко отличающиеся требования к диссертациям. Когда ты будешь готовить уже финальную версию, от тебя, скорее всего, потребуется защищаемое положение. Вот, ты могла бы что-нибудь сейчас сформулировать в виде таких предварительных защищаемых положений исходно? И эта просьба, скорее, чем вопрос, перекликаются с другой. Ты практически удалила из доклада список выводов. Не основных результатов, да, как бы результаты вроде бы понятны достаточно. А вот те выводы, к которым ты пришла, я бы хотел, чтобы ты их перечислила и как бы подчеркнув самое важное, что является вот квинтэссенцией твоей работы. Кратко. Спасибо. А могу так говорить? Так слышно меня? Да, очень хорошо слышно. Голос восстановлен. Ой, спасибо большое за замечание. У меня все написано, и выводы, и положения, выносимые на защиту. Но основными выводами является выявление закономерности формирования радулярного аппарата и челюстного аппарата в возрастном состоянии. Этого касается первая группа выводов. Вторая группа выводов касается закономерности формирования в онтогенезе радулы. И третье – эволюционных преобразований на основе полученных данных и молекулярных данных из литературы. И положение на защиту примерно те же самые. Я сейчас их не могу вспомнить дословно, меня что-то мозг переключило. Но я могу вам их прислать, а вы их отрецензируете. Ну, ты даешь, как бы, нет, ты перечислила три направления работы. А вот выводы, к которым ты пришла, можешь, вот, допустим, из этих трех направлений вот сейчас огласить, допустим, по 2-3 вывода из каждого направления? А сейчас, если вы подождете минуточку, я загружу, я забыла их. Ну, я что-то... Минуточку, они у меня все написаны. Ну, ты же помнить что-то должна. Это же твоя диссертация докторская. Да. Сейчас, минуточку. Я что-то их сократила, потому что мне казалось, что надо побыстрее делать доклад. Я зря это сделала. В любом докладе необходимо резюме. Да, то есть вот краткое саммари, которое в конце концов разбитые в хлам мозги не специалистов соберет вместе. Да, сейчас.
Сейчас, я здесь, сейчас, я минуточку еще, секундочку. Своими словами. Так, положение защиты, выносимое на защиту. Механизмы формирования различных компонентов глоточного вооружения, гастропод, челюсти и радула, сходен на тканевом уровне и может быть описан как механизм непрерывной секреции при формировании глоточной пластинки, челюстной пластинки, и периодической секреции при формировании отдельных элементов, как зубов радулы и отдельных элементов у челюстей. При непрерывном формировании преобладает микровиллярный тип секреции, при периодическом меняется от микровиллярного к апокринному при переходе к периоду покоя. Радула и челюсть развиваются на разных этапах онтогенеза. Челюсти формируются после метаморфоза, а радула закладывается на более ранних стадиях личиночных, что обусловлено усложненной организацией радулярного аппарата. Особенности гистогенеза радулы несут филогенетический сигнал, что позволит сформулировать гипотезу об ацинстральном состоянии глоточного вооружения, но скорее опровергнуть некоторые предположения о ацинстральном состоянии предыдущие. И таким состоянием для гастропод является флексигостная радула с 15-17 зубами в ряду и однородными зубчиками. И четвертое – это личиночная радула, отражает строение взрослой, поэтому морфология личиночной радулы разная в разных группах гастропод. И таким образом в развитии гастропод не удается проследить рекапитуляцию анцестральной формы радулы, а эволюционные трансформации глоточного вооружения затрагивают все, включая самые ранние стадии онтогенеза. Это были положения о защите, выносимые на защиту. А выводов было больше. Но они приблизительно были похожи на них. Да, они были похожи, касались именно этих трех вещей. Это формирование глоточного вооружения, энтогенеза и эволюционных преобразований в группе. Да, понятно. Значит, здесь, хорошо, уважаемый председатель, мы плавно перетекаем в обсуждение или еще есть вопросы, и я пока выключусь. Давай. Я в том смысле, что я хотел бы прокомментировать то, что мне как бы кажется, стоит указать кандидату. У нас еще онлайн есть вопросы. Да, тогда я пока отключусь и потом в обсуждении, да, я добавлю. Спасибо. Спасибо. Хорошо, пожалуйста, онлайн, еще вопросы. У Александра Вадимовича Ересковского вопрос. Добрый день. Лена, большое спасибо за очень интересный доклад. Очень много нового из области одонтологии. У меня два вопроса. Один очень коротенький, простой. Это я, наверное, пропустил. Каков химизм у радулярной мембраны? Вот из чего состоит. И второй вопрос немножко пошире. Вы коснулись в своем докладе личинок планктотрофных или цитотрофных. Но я не понял, есть ли какая-то корреляция в строении и в типе развития радулы у личинок с планктотрофной и с лицетотрофной типом питания у ваших объектов. Вот все. Спасибо. А про химию. И радула, и мембрана, они состоят из органического матрикса, который представлен в основном хитином. Сначала он в неполимеризованном виде, а потом он полимеризуется. И также там есть белковая составляющая в обязательном порядке, но подробнее никто особо не смотрел. А что касается личинок, то у меня есть замечательный слайд, на котором я не смогла остановиться поподробнее. Вот этот вот. И здесь на самом деле показаны разные личинки. У нас есть лицетотрофное развитие у вети гастропод. И ранняя стадия – это значит в данном случае преторсионный велигер. А вот есть у нас еще вот такие замечательные ценогастроподы, которые литаринеморфы даже, у которых была изучена закладка радулы на в процессе лицетотрофного развития, как у лакуны. Ну, лакуна вообще отдельный вид, который развивается зимой, его развитие идет больше, чем 4 месяца на самом деле, от оплодотворения до выползания складки. А вот также мы посмотрели закладку радулы у плавающего велигера Литарина литарея.
он, кладка откладывается в начале июня, и плавает личинка относительно недолго, она плавает там не больше месяца. И у нее на ранних стадиях Веллигера не было обнаружено радулы, но у хорошо питающегося Веллигера с хорошо развитой кишкой и едой внутри вот развивалась вот такая вот радула. А вот другой пример планктотрофного Веллигера, велютина-велютина, это тоже зимний вид, он развивается, в кладки откладываются в ноябре, и сами велютины выходят из кладок только в начале лета, они очень долго, видимо, плавают, и у них планктотрофное развитие. Я резала Веллигера уже на очень поздней стадии, тоже так же хорошо, с хорошо развитой кишкой, желудком, содержимым в желудке, естественно, задним кишкоанальным отверстием, и у него не было закладки даже радулярного мешка, не то что радулы. То есть здесь наблюдается явная какая-то закономерность от длины пребывания в планктоне и оседания. Видимо, у велютина-велютина в данном случае радула оседает, формируется на более поздних стадиях, и эта стадия вообще затягивается. То есть, в принципе, есть некоторая корреляция. Но, конечно, данных очень немного для того, чтобы говорить о более серьезных закономерностях. А по литературе что-то известно? Ну, по литературе нет практически. Для этого, в этом аспекте. Потому что... Ну, вот по тестудиналям, по пателогастроподам я нашла буквально три упоминания о личиночной радуле. То же самое по другим группам. То есть это очень, и то это не то, что там резали и нашли, там как-то описали, а это скорее случайные находки, которые как-то в литературе отображены. Спасибо. Угу, пожалуйста. Спасибо. Есть еще вопросы? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Может быть, что-то известно. Периодичность. Да, там, ну, вот с очевидностью периодичность запускается при формировании радулы, но сейчас уже во многих случаях молекулярные механизмы запуска этого известны. Что-нибудь известно? Это прям то, к чему хочется мне перейти в какой-то момент, потому что, конечно, мы даже уже начали делать транскриптомы радулярного мешка пателогастроподы. Сейчас в свет вышла фантастическая абсолютно статья по транскриптомам пателлы, тоже также радулярного мешка, но ничего подобного они не обнаружили. Они обнаружили только, ну, сконцентрированы были в основном на разных генах, участвующих в биоминерализации, переходы двухвалентного железа в трехвалентное там, и так далее. И я боюсь, что эта периодичность может быть скорее не на молекулярном уровне, она может быть на гормональном вообще или на нейросекреторном. То есть, может быть, мы ее и не сможем молекулярно заловить, потому что очень уж она быстро включается и выключается. Но, с другой стороны, гены тоже могут быстро как-то включаться и выключаться. Но неизвестно. Хочется в этом направлении дальше работать, потому что, конечно, этот периодический рост, он наблюдается не... Поразило меня то, что он наблюдается не только в радуле, где она очевидна, эта периодичность, но также и в другом эпителии, который вроде бы, казалось, делают себе челюсти, делают. Она тоже есть. То есть это какой-то универсальный механизм, который может возникать в тех или иных структурах. Как раз вопросы. Даш, какой был? А вот известна ли какая-то изменчивость в строении радулы или челюстей в зависимости от того, какая диета у моллюсков, скажем, одного вида, но один в одном месте, другое в другой, у них немножко отличается диета, и поэтому у них... Да, есть очень хорошая работа, сделана они на ценных гастроподах. Сажали моллюсков, меняли им полностью диету, ну как полностью, подходящее что-то давали, но в двух аквариумах держали с разной диетой, на более жестких субстратах, на более мягких. И действительно морфология зубов меняется, то есть она адаптивна. Не может появиться больше 7 зубов, если у вас тониагостная радула, как было 7 зубов, так и останется. Но вот количество и конфигурация зубчиков может поменяться, и это показано. То есть есть некоторая пластичность в морфологии взрослой радулы, уже, даже если вот изменить жестко диету. Ну, я думаю, что это все очень, как бы, это показано на нескольких видах, поэтому я не думаю, что то, что... Дело в том, что ценногастроподы – это уникальная группа в этом плане, потому что их базисная радула является семизубая радула. И эта семизубая радула, они с ней сделали все, что угодно. Они стали планктоноядными,
Они могут скрести твердые субстраты, мягкие субстраты, они даже бывают хищниками. То есть у них на основе единого плана строения радуг возникли самые разные пищевые стратегии. И в то же время мы видим гетеробранхии, у которых те же, то же самое разнообразие пищевых стратегий, но совершенно разные радуги. И я думаю, что в плане ценогастропода, конечно, если одну ценогастроподу посадить с неоглосной радугой на другой субстрат, она может быть такой пластичности достигнет. А если вы клеона начнете кормить, хищного клеона, который ест морских ангелов, начнете кормить водорослями, я думаю, что он количество зубов не поменяет, говорит, а скорее умрет. Хорошо, вопросы? Да, небольшой разговор был по поводу изменчивости, изменения количества лучиков. А как вообще происходит формирование таких деталей? Это какая-то самосборка или это адонтобласты там достраивают? Ну, рабочая гипотеза, что финальная форма зуба формируется группы адонтобластов, которые принимают ту или иную форму, ну, саму конфигурацию внутри зоны формирования. И действительно, вот такое вот общее очертание зубов, они действительно закладываются за счет самой формы этой адонтобласта. Но вот формирование зубчиков, оно уже происходит в зоне созревания, там, где вступает в роль верхний эпителий, он тоже с микроворсинками, он тоже может делать хитиновые, ну, хитин тоже выделяет. И, ну, как бы, да, вероятнее всего. А адонтобласты, они как некие, не знаю, как матрица какая-то, на которой они строятся. Ну, они представляют из себя такой пул клеток, группу клеток, которые выстроены определенным образом. Овально, либо там с какими-то там дополнительными, там, ну, чтобы сделать дополнительную лопасть, тоже форма его меняется. И на самом деле расположение адонтобласта тоже немножко у всех разное. У пателогастропода оно вот как бы вот так вот, субтерминально, не субтерминально, терминально располагается, и зуб формируется вот так вот стоя. То есть адонтобласты вот так вот по форме выделяют микроворсинками этот зуб. А здесь лежат мембранобласты, которые выделяют мембрану. И по мере формирования зуба радулярная мембрана тоже формируется и как-то прикрепляется к ней и дальше начинает двигаться. А у гетеробранхий, у них зуб вот так вот лежит. И адонтобласт вот здесь находится. И вот они формируют зуб, ну, лежа, либо под небольшим. Ну, они не, это как, нет, не полости нет, как самой таковой, как таковой. Они скорее представляют себе, как щетинки у полихет формируются. У них этот хитобласт, он состоит из длинных микроворсинок. И просто выделяется хитин. Получается, что у вас хитиновая щетинка сидит на хитобласте, по сути. А форма уже щетинки приобретается за счет мешка хитобласта, за счет клеток, которые его окружают. Здесь примерно тот же принцип. То есть есть адонтобласты, которые формируются в начальную форму. И, ну, в литературе про это нигде не сказано, но, судя по всему, все-таки верхний эпителий участвует в формировании окончательной формы зубы, в зоне созревания. Вопросы онлайн. Есть вопросы? А в зале, да, пожалуйста. Вопрос. Вот, Лен, вы как человек, который хорошо радовал уже жилить. Мне всегда, мне непонятно было, вот, представить, но радовал двигается. Вот как она это делает, двигается, при том, что там вот эпители плотные, как-то, да, плотно все сидит. А она сдвигается, вот вся лента сдвигается. Как это на клеточном уровне? Эти статьи экспериментальные по формированию и движению радулы Кёрта 1973 года еще. Были радиометки, и эти радиометки показали, что двигается не только радулярная мембрана внутри эпителия, но также двигается весь эпителий. То есть весь верхний эпителий и нижний эпителий продвигается к рабочему краю туда. А здесь, значит, ну, в зоне пролиферации, видимо, ну, они про пролиферацию не очень много говорили, но тем не менее, зона пролиферации дает вам источник новых клеток, которые заменяют те клетки, которые ушли, либо которые, там есть процесс апоптозы тоже внутри, радулярного мешка тоже есть. Но другие исследователи показали, что субрадулярная эпителия, на самом деле, двигается гораздо медленнее, чем двигается сама радуга. И, ну, нижний эпителий, подстилающий радугу, двигается с меньшей скоростью, чем сама радуга продвигается вперед. И на самом деле радулярные эпители, подстилающие радугу,
он только в зоне формирования несет микровилли, которые его как бы прикрепляют, а дальше он становится плоским. И весь радулярный мешок, по сути, представлен подстилающим эпителием без микроворсинок, который, в принципе, позволяет скользить радуле относительно эпителия по поверхности. И сейчас, ну, и так же, как у нас ноготь растет, очень хорошая модель, в какой-то статье была, да, у нас тоже ноготь растет постоянно, постоянно двигается по эпителию, по сути. Вот то же самое происходит и в радулярном мешке. То есть у вас там, где микроворсинки еще формируют, он, конечно, не может отодвинуться, и он происходит, отодвигание это происходит за счет нарастания нового материала экстраклеточного, просто выпихивает его. А дальше он начинает выпихиваться и двигаться по поверхности эпителия подстилающего. Но вместе с движение субрадулярного верхнего эпителия тоже показано. Ну, рабочая гипотеза вот такая вот. Я сама не проверяю. Вы говорили про какие-то выросты клеточные, которые якобы двигают. Ну, вот это как-то за гранью фантастики какой-то. Вроде как считается, что она двигается по эпителию. Ну, это статья по экспериментальной зоологии 1973 года. Хороший статья очень. Качественно. Мне еще маленький появился. Вы говорили о каких-то ископаемых формах, которые еще вроде даже не моллюски, аллигаторы, моллюски, но сказать, что есть правда. То есть получается, что можно предположить, что радула она скажет моллюски. Здесь у меня в диссертации на самом деле есть такой раздел, который я нигде не озвучиваю, кроме как в тексте. Это еще сравнение глоточного вооружения трахоформных животных. У нас есть замечательные аннелиды. Я несколько, пару-тройку статей, наверное, посвящена строению челюстей, ультратонкому строению челюстей аннелид. И, в принципе, там формирование также челюстей идет микровиллярно, и также постоянно пластинка формируется специальными клетками, подстилающими эту челюсть. И по своему расположению они занимают тоже вентральное положение в глоточной полости, аннелиды. Ну и вот дальше встает вопрос вообще, радулы это щетинки, которые переползли в рот, или все-таки челюсти, которые были у аннелид тоже, которые вот так вот видоизменились. Ну это тоже такие спекуляции абсолютные. Но тем не менее, все-таки вот эта потенция к формированию твердых структур в самом ротовом эпителии, она невероятно велика и приобретает у разных трахоформных животных разные формы. Поэтому вполне вероятно, что это неоднократно возникло, например. Ну, то есть радула у моллюсков, понятно, однократно, уж более специфическая структура. А челюсти могли неоднократно возникнуть в разных формах, потому что, как мы видим по челюстям у брюхоногих моллюсков, они возникают там, где им надо. Очень адаптивно. Вы говорили, что мы кроме аннелитных моллюсков, именно радула. Ну, те люди, которые описали как бы ее как радулу, говорят, что это радула. Но если мы посмотрим на пошкребы, они же не сохранились в виде слепков, это такие. У Адантагрифуса как бы вообще считали, что это медуза изначально. Потом только решили, что моллюска. А после того, как нашли, кстати, на Белом море, после того, как нашли следы жизнедеятельности в виде такого сошкребывания субстрата. И действительно, у них вроде как есть там 7 до 13 пластинок в два ряда расположены. Но у меня еще на других презентациях был чудесный слайд, где рядом располагаются челюсти уницид, челюсти аплакофор, соленогастров каких-нибудь, и радулы соленогастров, и челюсти гнатифер. Ну вот если не знать, то кажется, что это все одно и то же. На самом деле это конвергенция. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Онлайн вопросов? Нет? Нет вопросов. Хорошо. И здесь в аудитории тоже не сядет. Хорошо, давайте суждение. По поводу того, что мы все услышали. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич. Вы с нами? Да, да. Я с вами. Я всегда с вами. Сейчас я тут войду в режим, чтобы меня можно было видеть. Так. Проделана очень большая работа.
Вот прозвучали слова о том, что количество видов все-таки не очень велико. Или сама ты себя ругала, или кто-то это заметил. Но, на мой взгляд, сделано очень много руками. Это работа не двух, не трех лет. Понятное дело. Уровень владения материалом. Никаких сомнений. Очень высокий, очень хороший. Вот ты абсолютно свободно разбираешься во всем этом, прекрасно отвечаешь на вопросы и так далее. Мне не хватило в докладе, поскольку я не видел диссертации, я ничего не могу на эту тему сказать. Скажем так, широкого осмысления полученных данных в контексте каких-либо эволюционных проблем, процессов, сравнений с другими группами и так далее. Было много замечаний с твоей стороны по поводу того, что это спекуляция, что есть рабочая гипотеза, я с этим не работала и так далее, и так далее. В конце прозвучали слова, что вот в диссертации есть такой кусочек, где мы там пытаемся сравнить с другими лофотрахозоями, который, на мой взгляд, стоило бы вот сюда внести, да, для того, чтобы... Ведь для чего делается предзащита? Для того, чтобы показать значимость этой работы. То, как она была себе представлена, сейчас представлена по уровню выводов, которые ты сделала без обид, это кандидатская диссертация. Угу. При материале докторской. Либо ты нам не раскрыла вот всю глубину, что называется, да, тех данных, которые ты получила, сосредоточившись, как тебе казалось, на самых вкусных моментах, вот, допустим, да, как формируются зубы, там, и так далее, как формируются челюсти, там, различия. То есть это все классно. Да, должен быть концепт, тем более, когда, допустим, на филогению не все ложится, или филогении разные, можно с равной долей вероятности интерпретировать полученные результаты, противоречащие, причем друг другу, да? Вот, то есть нужна, может быть, твоя более жесткая, как бы там, точка зрения, но самое главное, это нужен вот именно концепт, да, вот нужен как бы анализ, который бы всех убеждал в том, что полученная информация имеет общебиологическое значение и как бы достойна получения, да, вот как бы докторской, ну, быть докторской диссертацией. По материалам, на мой взгляд, никаких сомнений в этом нет. Вот. Но то, как было представлено все это, да, вот опять же, довольно скомканные, на мой взгляд, выводы, вернее, даже отсутствие этих выводов, то есть ты, показывая нам схемы филогенетические, рассуждала, не подчеркивая, не акцентируя и так далее. Вот это надо по-другому представлять. Вот. Я высказался, я надеюсь, не обидел. Да? Спасибо вот. Большое. Это просто способ подачи скорее материала, нежели, собственно, отсутствие каких-то идей. Я уверен в этом. Дело в том, что я долго уходила от этой эволюции, потому что хочется ее как-то преподнести. Но я делаю уже, это уже мой, на самом деле, третий доклад, и каждая аудитория как бы дает свои замечания, и они иногда противоречат. Я ушла от эволюционного аспекта, дала только самое вкусное, и оказалось, что это тоже неправильно. Понимаешь, дело не только в эволюции. Я вот, например, я слышал вопросы из зала, да, там тихонечко, но все равно слышал. Действительно, никто не требует от тебя глобальных эволюционных выводов, да, на примере исследований представителей нескольких крупных таксонов. Это просто невозможно. Мы работаем как бы с кроновыми, да, с кроной, по сути дела, да, и говорить об эволюции, ну, может быть, так сказать, может быть, палеонтологию, если такую возможность можно включать, да, ведь уже кембрийские есть с радулами зверюшки, ты тоже про них прекрасно знаешь. Вот, самыми простыми. Кстати, вот здесь бы нам показал, и это было бы круто. Вот мне такие сказали картины. В прошлом, что убрать всех этих эдентогрифусов, потому что они не имеют никакого отношения к моллюскам. Ну, вот видишь, да, ну, как бы, кто считает так? Согласен, согласен. Ну,
Я пытался выразить скорее не обязательно твое отношение к их эволюции, потому что действительно здесь спекуляции достаточно скользкие, да, шаткие. А скорее, допустим, вот сам этот феномен образования вооружения ротовых частей, который можно подать через призму, так сказать, эволюции аналогичных структур в других группах там, и так далее, что-нибудь, но или так, или сам химизм, вот вопрос профессора Ярисковского, да, был связан с химией этого процесса, ну, еще что-нибудь. Наверняка, опять же, ты все это знаешь прекрасно. Вопрос в том, как это подать. Все, я высказался. Спасибо, да, не обязательно эволюция. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, еще с убеждением. Оценочное убеждение. Да, пожалуйста. Впечатление, на самом деле, у меня примерно такое же, да? Доклад очень хороший, первый послушал, очень как бы хорошо сделанный доклад. Вот, у меня этих вопросов нет. Объем материала тоже, да? Но ощущение, что, собственно, где основная идея, да? То есть, условно говоря, материал вот есть то-то, есть то-то, есть то-то. Возможно, как бы, ну, какие-то вот такие эволюционные построения, тут я совершенно специалист, совершенно не вещами занимаюсь, да? То есть, дальше они остались непонятными, как бы. Вот нет, я задумываю какую-то, надо говорить, какую-то, да, там, просто идея. Вот, как бы, вот это вот, да, то есть, собственно говоря, вот что в результате этого дела открыто, вдруг показано, как бы, и так далее, и так далее. Ну, то, и так далее, придите сейчас из Островской. И второй момент, который на самом деле значимый, что вообще совершенно никак не суды никак не причем, никакие молекулярные данные, они, наверное, сейчас и есть. Ну, вот эти все деревья, они по молекулярным данным, конечно. Ну, так, это более четко, поскольку это четко ложится по молекулярным данным. Тектоника какая-то, наверное, есть. Ну, есть, конспектор. Которые сейчас, в общем, вполне могут отметить уже, ну, понятно, другой какой-то аудитории, возможно, да, где все морфологи. А как это делается с молекулярной? Какие есть данные, как бы, развития и так далее, и так далее, да? То есть вот такие вот моменты. То есть ощущение такое, что, как бы, в общем, материал, несомненно, есть, да, вот Батька Ростовский, как бы, очень большая кандидатская пока представлена получилась, да, вот. То есть надо давать концептуальный план, как вот, мне кажется, но опять же, он совершенно не прав, совершенно не моя область. В общем, схожее мнение высказывалось уже дважды, как То есть, наверное, это что-то такое есть. Вот так еще, там доклад, по себе доклад отличный, как бы, слушайте, приятный, интересный, легко, иллюстрации хорошие. Не перегружены, кроме вот этого слайда, на самом деле, ничего не читается. Вот, и в очках не читается, как бы, и вот так не читается. Но таких мало, значит, они очень хорошие. Спасибо большое. Пожалуйста, еще суждение. Есть ли онлайн-суждение, может быть, кто-то хочет высказать? Можно? Да-да. Несколько слов скажу по поводу того, что было. Да, действительно, доклад хороший, интересный. Вот. Но я бы сказал, что этот доклад, конечно, не коллекционной работы совсем. То есть вообще никак. Ну, первое, что должно было, я сначала по форме буду говорить, а это связано с содержимым. Ну, в докладе на докторском, кандидатском тоже, должен прозвучать объем материала и то, что сделано автором прежде всего. Значит, здесь, поскольку это была такая отчасти лекционная форма, перетекали мысли с общих каких-то моментов, да, к своему, конечно, материалу, но это нигде не подчеркивалось строго, и поэтому, ну, на мой взгляд, не очень у аудитории складывалось впечатление о том, что сделано. А что сделано? Раду исследовано тысячи, наверное, тысячи разных видов, ну, тысячи точно. И это сделано давно, и ряды раду выстраивались тоже издавна. А автор занимался немножко другим, да, он занимался психологией и следочными всякими вот этими делами, которые действительно, наверное, являлись новыми, но акцента в докладе на это именно не очень получилось.
понятно, что еще отсутствие вот выводов там и положения это еще раз подчеркнуло, что чего не было. Вот. Поэтому я не знаю, как принято на совете в Московском университете, но у нас, конечно, на такого рода доклады всегда ну, верифицируется то, что сделано именно автором. Вот, теперь, значит, на мой взгляд, некоторая логика в том, как это прозвучало, получилась такой инвертированной. Дело в том, что по поводу эволюции гастропод, кстати говоря, что называть гастроподами, если вот смотреть на палеонтологический материал, то считается, что несколько групп параллельных, непонятно откуда-то взявшихся, то ли гастроподы, то ли нет, возникали и существовали. Да? И то, что мы сейчас называем гастроподами, кстати, патолог гастропод зачастую гастроподами не называют. Совершенно отдельная ветка, которая появилась в Дионе, в отличие, да. У нас спиральная раковина. Спиральная раковина. Сейчас считается, что они вполне себе гастроподы. Пателогастроподы за последние там 2-3 десятилетия они только отдалялись от. Да нет, вот эта статья 2000. Но да. Смотрите, 20... там аргументация молекулярная, аргументация анатомическая. А радула, пластичная радула, да, она, скорее всего, ну, смотрите еще, скорее всего, ну, не может являться основанием. Да, нет, такой, нет, она там, тоже... что, там, там внутренняя глубокая асимметрия патологостропод, я имею в виду мантийного комплекса, асимметрия. Ну, понятно. И, ну, как бы там морфологическая, организация морфологическая, она, конечно, свидетельствует о том, что это были изначально... моллюски турбоспиральной раковиной, и предковая форма их была турбоспиральной. По поводу торсии понятно, потому что там личинка сама показывает, да? Да. Но у них есть глубокая асимметрия. Если увидеть гастропод, ну, у базальной группы нет асимметрии, у них все симметрично в мантийном комплексе. У них два предсердия, у них два актинидзе. То здесь у них, почему мне нравится вот эта вот именно гипотеза молекулярная, да? Может быть, про это надо тоже где-то будет говорить, не знаю. То, что как раз пателогастроподы, ведь гастроподы здесь являются сестринской группой. Потому что по мне, так по внутренней морфологии, по строению организации нервной системы, по симметрию нервной системы, хиастеневрию, ведь гастропод, и по наличию двух предсердий и глубокой симметрии мантийного комплекса органов, ведь гастропод, они вообще базальные гастроподы. А не пателогастроподы. А пателогастроподы – это уже вторичные асимметричные моллюски, которые вторичные… Понятно, что они откуда-то должны были взяться, да? Но они появились сильно, пателогастроподы, они появились сильно позже, непонятно откуда они появились. Да? Ну да. Они как бы возникли. Не знаю. Эти гастроподы, они вообще-то кембрийские. Да-да-да, они самые долгие. Да. Я вот Марида еще. Просто начинаю дискуссию. Я записываю. Именно базировался на эволюционных взглядах вообще, да, а радугу уже приспосабливал к этому и не пытался, наверное, строить именно на радуге основные какие-то вот эволюционные такие глобальные построения. А может быть, сделать акцент, немножко это в докладе прозвучало, сделать акцент именно на том, что автор делал, вот именно то, что новое появилось. Это клетки, это эпителии, это многослойность там вот этих вот эпителиев, да, и так далее, и так далее. Ну вот, и, собственно говоря, ну вот да, то есть вот мне кажется, что переделывать-то нужно. Доклад, ну и дальше вычистить из него некоторые выражения, которые вытарчиваются, это было прекрасно. Дырка по периметру у Вети гастропод, кстати, далеко не у всех. Ну, я про ухо говорила. Да. Вот, бывает дырка на макушке, а бывает дырки вообще нет. Вот, ну то есть вот такие вещи тоже, но это, конечно, детали. Вот, так что мне очень понравилось. Спасибо большое. В плане защитности я не знаю. Надо переделывать.
Спасибо большое. Пожалуйста, суждение. Да, пожалуйста. Совсем маленькое суждение, потому что те, кто выступали для меня, сказали все, что я бы сам хотел сказать. Вот меня, я всегда стараюсь смотреть немножко с такого птичьего полета, зацепили неоднократно слово закономерность. Закономерность. Докладе, во-первых, я там закономерности не увидел. Все-таки мне бы очень хотелось, чтобы была действительно какая-то личная ваша оценка, потому что вот я, опять же, не морковок, вынес из доклада то, что Радула ведет себя вообще как хочет. Да? Что вот она очень пластична, она очень эволюционно-экологически податлива. То есть можно ли вообще тут с чисто научного, методологического основания употреблять слово закономерность? Есть ли они тут вообще? Но это, опять же, комментарий пройденным, я не требую ответа. И вот действительно хотелось бы какого-то однозначного личной позиции о том, что же такое собой представляет эволюция вот этого глоточного аппарата. То ли это процесс такой оппортунистический, то ли там все-таки есть какие-то тренды. Вот это действительно бы выиграло. Даже если это будет спекуляция, но спекуляции-то, если они обоснованы, тоже по голове не постучит, но оппонент напишет, что чуть-чуть, но это же нормально, это дискуссия. Вот что мне бы хотелось. А так, конечно, по всему, что тут докторская есть, но, конечно, надо и доводить до ума. Так. Достать, извлечь. Да. Хорошо. А есть ли еще суждение? 5 копеек внести. Хотел бы сказать, что да, вот те вещи, с которыми я сталкиваюсь, взаимосвязью развития и эволюции, то, что вы сказали, может быть, без каких-то категоричных формулировок, они меня убеждают. Я вот сначала внутренне как бы пытался поспорить, но потом при совокупности всех этих доказательств пластичности, и, может быть, если придавить радугу, она будет восстанавливаться как на личиночных стадиях, без нагрузки. Ну и, в общем, меня вот все, что вы говорили, убедило, и совсем тоже логично, я согласен. Спасибо. Спасибо. Еще суждение. И всякое. Нет суждений. Хорошо. Очень много сказали. Я думаю, Лена, полезного. Очень. Да. Я вот буквально реально два слова, да, не буду повторяться, и все уже высказались. Думаю, что в общем подача была как подача скорее научного доклада, а не как защитного. И поэтому, ну вот, многие возникли вопросы и предложения. Хорошо. Мы на этом заканчиваем. Лена, тогда заключительное слово. Я очень признательна вам всем. Мой доклад от раза к разу становится все лучше и лучше. Я уверена, что через неделю я буду защищаться на кафедре и буду там блистать благодаря вам. Попробую перестроить доклад согласно вашим замечаниям. Не уверена, что получится все сделать и все учесть, но приму во внимание. А также я благодарна, естественно, хотела бы сказать пару слов благодарности коллегам своим, естественно, Александру Борисовичу Цепину, который является моим консультантом научным. А также хотелось бы поблагодарить Юрия Израильевича Кантера, который является моим старшим коллегой и очень важное влияние на меня оказал. А, ну и всем своим коллегам с кафедры, не буду всех сейчас перечислять, их здесь нет. И вам спасибо за внимание. Хорошо, тогда мы не закончим. Спасибо. Лена, если будет хорошо.